Добрый день. Хотел рассказать про тис ягоды. Таксус салавата. В европейской части он как бы дерево до 10-20 метров. А у нас в Сибири только вот кустарная форма он растет. Потому что выше он подмерзает. Лучше его садить в тень, полутень. Лучше в тень. И где меньше сквозняков. И много снега. Вот этому тису уже больше 15 лет. Долгожитель. Тис — двудомное растение. Вот это женский кустарник дерева. Черенкуются хорошо летним черенкованиями. Ягодки красные. Такие вот. Сейчас вот середина сентября. Видите, какой хороший форм. Однолетний прирост. Видите? Больше 30 сантиметров. Здесь хорошо себя чувствует. Жунхуая. Такая-то варигатная форма. Видите? Этот тис растет в сибирских условиях. Ну вот высота кустарника достигает 1,70 м. От полутора до 1,70 м. Почва неприхотлив, нетребователен. Вредителей мало, вообще нету вредителей. Я вот не обнаружил, ни разу не видел вредителей. Не болеет грибком заболеванием. То есть он себя хорошо чувствует. Более устойчивый от вредителей грибкового заболевания. Карстное растение. Ну вот, чтобы применить озеленение в сибирских условиях, лучше садить его где-то в композиции, где-то в тени. И чтобы не было сквозняков. Любит влагу. Подписывайтесь на мой канал.